Всем привет, ребята, на канале Каттрендекс, с вами я, Катя. Сегодня мы с вами поиграем в игру Хайдэй от создателей Supercell, точнее от огромной фабрики игр Supercell, которая выпустила игру не только Хайдэй, а еще и Clash Royale, Clash of Clans и много разных крутых и популярных игрушек. Так вот, у меня в Хайдэе уже добило 24 левел, это было нелегко, очень тяжело. 25 левел мне нужно 12 тысяч опыта. Также скажу, что кто играет, у меня есть соседство, которое называется «Крутые ребята». Я здесь руководитель, то есть создатель. И, соответственно, принимаю людей, у которых нужный уровень хотя бы 10. Меньше уже не придумаешь. Кубков у нас нет, потому что скачки я уже не успеваю сделать. Поэтому в следующих скачках я буду участвовать. Ребят, присоединяйтесь, пока есть место. Потому что люди летят, вот как видите, очень-очень быстро. Так вот. Переходим к теме. Сегодня мы будем пытаться вот такими вот предметами, то есть 9 лопатами, 10 ТНТ и 11 динамитом, то есть 11 у нас будет динамитом, 10 бочек с сатилом и 9 лопат, и мы будем добывать этими, собственно, крутыми предметами руду и попробуем, что мы сможем добыть. И, кстати, у меня там есть у нас задание, 3 слитка, как видите, еще вот тут какую-то бумажечку, как он называется, ваучеры. Тут то же самое и тут то же самое. Поэтому я решила выполнять эти задания и как раз посмотреть, что, собственно, мне с этими предметами может выпасть. Ну так вот, ребята, начнем мы с обычных динамитиков. Самые, как бы, обычные, самые обычные динамитики. Мы, собственно, посмотрим, что нам выпадет. Первый динамитик пошел, нам выпадает золотая руда. И что это у нас? Палатиновая руда, по-моему. Сейчас мы заберем достижение. Да, я не добывала руду. Нормально. Сейчас проверим, что же все-таки выпало, чтобы быть точным. Золотая руда, это платиновая руда. И еще нам также может быть доступна серебряная руда. Вот так. Поехали дальше. Второй динамитик пошел. Две серебряных руды. Дальше две платиновых руды. Дальше динамитик. Золотая и серебряная руда. Далее платиновая и серебряная руда. Ну, как-то не очень. Кристаллы еще не выпадали. Золотая и серебряная руда нам выпала. Дальше платиновая и серебряная. Золотая и серебряная, как-то даже не очень. Платиновая, нет, две серебряных выпало. Две серебряных обычных. Две серебряных обычных. Как вы видите, мы заработали очень-очень мало. Даже давайте посмотрим, сколько у нас там получилось. Очень мало. 14 серебряной руды, 7 платиновой и 8 золотой. Очень как-то у нас мало получилось. Но, как видите, все динамитки обычные мы уже исчерпали. Это как-то вообще не топово. Ладно, приступаем к бочкам. С ретилом тут выпадать уже будет по 3 руды. Серебряная, серебряная, золотая. Ладно. 2 золотых и 1 серебряная. Хорошо. 2 золотых, 1 платиновая, это еще лучше, но у нас сейчас, ребята, я освобожу место в амбаре и продолжим. Ну, друзья, возвращаемся к видеоролику, я немножечко освободила себе место, как вы видите, совсем немножечко, да. И дальше бочки с тротилом продолжаем. Золотая руда и 2 серебряных, конечно, это очень мало. Вау, диаманты, один всего лишь, но это тоже очень хорошо. 2 платиновых руды, 1 золотая плюс диамант. Либо, как он там называется, алмазик. Ну, даймонд, алмазик, 1 платиновая руда и 2 серебряных. Следующая нам выпадает платиновая и серебряные руды. Ого, 3 золотые, да нас тут балуют, ребятки. Следующая нам выпадает золотая и 2 серебряных. Ну, насчет этого в этот раз уже что-то как-то мало попалось. Платиновая, золотая и серебряная. У меня даже плавильни уже нет, чтобы туда что-то загрузить. Хотя давайте сделаем вот таким вот образом. И туда загрузим делать слиток. Поехали дальше. Лопаты копать. Сейчас будет жестко. Лопата первая пошла. Сразу нам вылетает 2 золота и 2 серебреночка. Следующая нам вылетает 2 золота и 2 серебреночка. Опять-таки. Далее выпадают вот такие вот труды, но я опять отключаюсь, чтобы почистить свой амбарик.
И я опять пришла, почистила свой амбарик. В этой лопате нам выпала платиновая руда и опять-таки серебряные руды, 3 штуки. Следующая лопата идет у нас золотая руда, платиновые вещи и серебряные. Ну да, такое себе. Лопатки и у нас платиновые руды и серебряные руды. Ну как-то демантов вообще нет. 2 золотых руды и опять серебряные руды. И, ребята, у нас остается 3 лопаты. Мы их, конечно же, израсходуем. Нам выпадает еще вот такая вот руда. Еще лопата. Еще такая вот руда. И последняя лопата нам выпадает. Не очень, конечно, руда нам повыпадала. Но что повыпадало, как видите, нам повыпадала вот эта руда. Вот эта руда. Потом плюс то, что в амбаре. Вот эта вот руда. Кстати, неплохо у нас так выпадало стать золотой рудой. Я даже рассчитывала на то, что платиновая будет гораздо больше, чем золотой руды. Но золотой руды тоже очень хорошо, это круто. И вот еще вот тут. Давайте посчитаем. Платиновые руды, золотой по 2. И это еще не все. Там еще сзади будут вылазить, потому что как бы еще там как бы повыпадали. Ну, сказать, что типа мы так круто подзаработали на этом деле, я вам так и не скажу, потому что вообще не круто это все получается. Но то, что, конечно, один диамантик у нас выпал, это очень круто. Насчет этого я даже ничего и не говорю. Как бы то, что у нас выпал диамант, алмаз, божественно круто. Ну, я вам говорю, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ждите обязательно новых серий. Новые серии будут, потому что я сейчас не совсем в городе, точнее, вообще не в городе. Поэтому видеороликов столько не было. Дорога, плюс столько приехала собирать вещички, отдыхала. В общем-то, такое видеоролики будут входить, даже, возможно, влоги. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, ребят!